Во установи соціальної сфери Могильовщини починає поступатися тепло. По інформації начальника обласного відділу енергетики і палива Дмитрія Смірнова, 3 кастричника у облоконкамі підписано відповідне розпорядження. Однако треба розуміти, что подключение по объектах отбывается поступово. Специалисты удокладняют, на Могилевщине практично нема причин для затягивания подключения тепла до социальной сферы. Однако, коли действия все же возникли проблемы, все питания треба вырашать на местах, за администрацией установы. По информации начальника областного отдела энергетики и палива Дмитрия Смирнова, жилевый фонд так само полностью готов до початку отепляльного сезону. Однако отповедного решения по этим питанию покуль не принято. Увогуле, по прогнозе синоптиков, с 4 кастрычника прогнозуется потепление.